какие у нас правила сейчас? Ну, как обычно. Это на такой, там мы защищаем. Вы, короче, в штабе тут сидите, да? На базу защищаете. Защищаете базу. А Итана, ты со своим пулеметом покажи. Это не пулемет, это автомат. Автомат-пулемет. Не знаю, как это назвать, кто автомат. И со своим шестипульником. Подожди, барабанчик. И не только с барабанчиком, у меня сейчас барабанчик. Что это там? А, рация? И не только рация. Ты такой кулачевский, но ого. И не только это. Шики. Ну, надеюсь, мы до этого не дойдем. Это что у тебя? Бомбочка. Бомбочка-ниндзя. Она не может ускочить. Нам нужно отступать. Нельзя отступать. Вам нельзя, если отступать? Вы что? Вы все... Весь свой арсенал оружия. Вы посмотрите. Это вы все будете защищаться вот этим. Ну, придется уметь. Ну, бомбу кинет, кинешь нее обратно. Бомба это не смертельно. Короче, надо попасть в голову. Тогда и бомбой, и патроном. Есть бомба. Все, для этого у вас очки. Хорошо видно? Да, у меня только как будто цвет. Да, бэби. Ну все, поехали? Поехали. Не видно его? А ну... Не видно его там, там синяя горка. Где же Ита? Ой, где это он говорит? Ты чуть меня не убил, Даниэль. Арита! Итан, где ты? Давай! Давай! Давай, Итан! Вот что! Попал, Итан! Я его слепляю телефоном. Бери другой, вон у вас есть, смотри, сколько оружия. Если там осечка, берешь другой. Я его не вижу. Лайди. Иди сюда, лайди. Все, Даниэль раненый. Все. Следующий. Да, он полез, прямо получил пулю в лоб. И там красава. Не говори красава. Что ты так стоишь, он же тебе прямо попадет, Тёма. Прямо прятаться, когда перезаряжаешь, конечно. Всё, Итан захватил штаб. Окей, давай, теперь мы улицу зовём, а Итан охраняет. Поубил в конце. Нет, ты убежал, бросил штаб, нет, да. Он сзади, я его убил. Ну, всё, ты считай убежал, ты упал туда вот. Мы в штабе пули закончились, и я его... Где закончились? Вон у вас куча оружия, надо было всё зарядить, подготовить. Вот я заряжаю уже. Вот, давайте, перезаряжайте. Тамир, перезаряжайся, вон у тебя две обоймы, ты ничего не используешь. Где еще патроны? Что, они для красоты у тебя? Да. Да, вот и проиграл, красавчик такой.